Одел камуфляжные штаны и куртку я. И портфель камуфляжный, капюшон камуфляжный. Внутри я чувствую пустоту. Боль не проходит с тех пор. Иду по улице серой, дождливой и пустой. Никто не дружит больше со мной. Нету девушки у меня уже много лет. Застрял я здесь на целый век. Это я сейчас фристайлю. Лежу на кровати разбитый и больной. А сейчас уже трек свой зачитываю. Рядом не осло, я чумной. Избили, отжал в больнице городской. Все еще я не вижу в себя, я одинокий и тупой. Да, температура есть. Трек абсолютно правдивый в чем-то. Ничего не ем, да. И когда это пройдет, неизвестно. Никогда. Да, камуфляжные штаны, куртка и портфель камуфляжный. Иду по улице, я мертв давно. Сейчас закурю какую-нибудь херню за 100 рублей тройку. Столкнусь с какими-нибудь ребятами. Они отпиздят меня, конечно же, ведь они добрые и святые. А я виноват в том, что пытался их разнять. Всю вину беру на себя, ведь только жертва виновата во всем здесь. Это понятно.